И вот буквально пару минут назад мы рассказали вам об интернет-проекте, который Государственный архив реализует. И это такая экспозиция виртуальная о первом губернаторе, избранным народом, да, Петре Сумине. Но, а есть еще одна. Посвящена будет выставка также и в историческом музее Южного Урала. На открытии выставки будет присутствовать вдова экс-губернатора Ольга Ильинична Сумина, которая прямо сейчас с нами выйдет на связь. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, с каким настроением вы встречаете сегодняшний день? Ну, настроение двоякое. Такое щемящее чувство присутствует, что все это, как говорится, прошло, все это было в моей жизни. Ну и чувство радости, что земляки помнят о нем, раз вспоминают его, значит, он с нами сегодня, значит, он жив. Ольга Ильинична, вы предоставили материал. Скажите, пожалуйста, это личный архив, тот, которого еще мы не видели? Нет, нет, это фотографии Колющенко, который много лет работал с Петром Ивановичем, ну, можно сказать, его личным фотографом. И за многие годы вот он накопил огромную коллекцию фотографий, и сегодня вот он ее выставляет в музее. То есть это будет такая фотоэкспозиция, да? Да, это фотоэкспозиция Колющенко. Скажите, пожалуйста, а кто-то может тоже прийти, например, в музей и также побывать на этой выставке, конечно, на открытии? Конечно, конечно. Ну вот сегодня у меня еще, как говорится, два мероприятия. Я буду и в архиве, вот в 11 часов там на круглом столе, и буду потом, мы поедем в музей. Музей тоже. Вот на мероприятии, вот на этом, на открытии этой выставки. Но я надеюсь, что они нас дождутся. Ну, как, конечно, я думаю, что вас они обязаны дождаться. А расскажите, каким был для вас Петр Сумин? Потому что мы-то его знаем как губернатора все равно, да, с другой стороны. Ну, каким он был для меня? Он был незаменимым и очень нужным мне человеком. Был очень хорошим мужем. Был внимательным всегда, во всем мне помогал, даже не чурался и домашней работы, мог там, и даже пропылесосить, допустим, или посуду помыть, это что-то приготовить, это было, как говорится, обычное дело. Был замечательным отцом, интересовался был в курсе всех семейных проблем. Интересовался и как учатся дети, и их проблемами интересовался. Ну, а потом, когда начали рождаться внуки, у нас 4 внука, 3 внука и 1 внучка, конечно, был замечательным дедушкой. У меня по линии, когда он умер, было 10 лет, вот внучке, и она мне однажды, сидим с ней, говорим, и она говорит: так, я, бабулечка, хочу в детство вернуться. Я говорю: это что так? Там был дедушка. Они очень часто беседовали с дедушкой, вот не хватает дедушки. Ну, Данилу было 20 лет, старший внук. Он, конечно, очень хорошо помнит деда. Вот. Андрею было 8, тоже помнит. А Сергуньке было всего 3 года. Вот Сергуньке рассказываем. Он интересуется, конечно, когда смотрим фотографии, спрашивает, кто это такой. И он у нас носитель фамилии. Он Сережа Сумин, один внук. Ну, у меня дочери у нас, как говорится, и обе фамилию поменяли, но вот все-таки одного внука. Но по просьбе Петра Ивановича он просил Юлю, младшую дочку, чтобы она, у нее 2 сына, чтобы одного сына записала, и вот у нас Сережа Сумин. Так что есть продолжатели рода. Видимо, в честь любимого поэта, ведь он очень любил Сергея Есенина. А вот, дочка назвала, он родился накануне каких-то праздников, вот Сергея Радонежского. У нее оба сына, Андрей Первозванный, в честь Андрея Первозванного, Андрюшка старший сын, а Сережа вот в честь Сергея Радонежского, в эти, он октябрьский.
Ольга Ильинична, скажите, пожалуйста, во время Петра Сумина было реализовано очень много всего хорошего именно для Челябинской области. Вот для вас какие значимые объекты и вещи, которые сделал ваш муж? Да. Ну, это ведь не только для меня, для всей области, я думаю. У него была мечта, и как бы во главу своей деятельности он ставил сделать область приятной для жизни, именно вот для молодежи, чтобы молодежи было чем заняться. Поэтому, как только появилась возможность, стали планировать большое количество спортивных сооружений в области. Ну, перечислять их, я думаю, смысла нет. Но я хочу сказать, что уже в 2000 году, например, с Олимпиады из Сиднея, наши ребята челябинские привезли 9 медалей. Это, в общем-то, как говорится, дорогого стоит. И, то есть это был уже весомый такой результат. Ну а сейчас базы для тренировок и у дзюдоистов, и у конькобежцев, и у хоккеистов. В общем, все обеспечены. И даже конноспортивная школа функционирует. Тысячи ребятишек занимаются в этих школах. То есть возможности для вот такого здорового образа жизни у подрастающего поколения в области созданы. Поэтому остается только сберегать вот эти объекты и, ну, приумножать и добиваться хороших результатов, потому что условия это есть. Вот скажите, прошло время, уже поменялось несколько руководителей области после. Чувствуете ли вы, что вот память о Петре Сумине сохраняется и что вы все так же находитесь, ну, в центре внимания? Ну, я не обижаюсь вниманием, я не обделена. И власть, как говорится, и губернатор, и мэрия, в общем-то, и районная власть. Поэтому я, как говорится, властью не обделена. А что касается памяти Петра Ивановича, конечно, много мероприятий в области проходит. Вот из спортивных каждый год РАВИС Андрей Николаевич Косилов организует турниры международные детские по дзюдо. Это ежегодно проходили эти турниры. В конно-спортивной школе «Рифей» ежегодно в честь, вот, ну, в честь памяти Петра Ивановича, посвященные памяти Петру Ивановичу, проходили всевозможные соревнования там, по конкуру, по выездке лошадей. Кроме того, ежегодно в его деревне на родине, в Верхней Санарке, проводятся суминские встречи. Это было организовано вот покойным Александром Васильевичем Неклюдовым, который, к сожалению, вот в этом году умер. Но продолжают его, вот заместители его продолжают. В этом году, 5 июня, состоялись суминские встречи. Правда, не так, как обычно. Обычно у нас, ну, из области очень много приезжало коллективов всевозможных. Эти суминские встречи, они не просто вот мы собирались и общались, они уже как фестиваль проводились, там художественные коллективы выступали, присваивались там места, первое, второе, третье, дипломы вручались и так далее. И, в общем, целый день вот на территории Санарки проходили вот эти мероприятия. Там есть музей в Санарке, создан музей Петра Ивановича, школа, названа его именем. И около школы установлен его бюст. И тоже вот как бы ежегодно мы такие небольшие митинги проводим около этого бюста. Но кроме того, школа названа в Нагайбакском районе, школа имени Петра Ивановича, та, которую он построил, успел, в общем, ее построить. И вот они попросили, как бы решили вот назвать ее его именем. Есть мемориальные доски на доме, в котором он жил, и на заводоуправлении ЧМЗ. Ну, я это называю ЧМЗ, сейчас завод называется по-другому. Да, по-другому. Он начинал. А скажите, как вы относитесь, извините, что перебиваю, как вы относитесь к идее установки бюста рядом с Кривеческим музеем?
я отношусь очень хорошо. Вот сегодня как раз, ну, это будет не бюст, это будет такой полупамятник, можно сказать, потому что бюстом его нельзя назвать. Ну, музей — это было его детище. Почему выбрали около музея? Он, еще будучи мэром города, он мечтал построить музей. Он очень страдал, что у нас нет... Алло, алло, нет. Связь... Да-да. Ольга Ильинична... Связь прекратилась. Связь прервалась, к сожалению. Видимо, кто-то подсказывает, что пора уже Ольге Ильиничне собираться. Собираться на праздничные мероприятия, на открытие выставки. Мы, напомню, говорили сейчас с вдовой губернатора Петра Сумина, который был первым губернатором, который в Челябинской области был избран народом. Ну и сегодня, конечно, открываются две выставки. Одна в интернет-пространстве, другая у нас открывается в историческом музее, фотовыставка. И Ольга Ильинична рассказывала о том, как готовились к этому дню и о том, как сохраняется память о народном губернаторе. Ну, потому что Петра Ивановича, конечно, любил народ, и мы все его помним прекрасно. Дорогие наши телезрители, те, кто находится на телеканале ОТР, спасибо вам огромное, что были сегодня вместе с нами. Надеемся, мы вас зарядили в понедельник. Да, и вы получили много интересного и важного. Важной информации. Мы продолжим работать на телеканале ОТВ, и там у нас еще целых 30 минут прямого эфира. У нас ведь Анастасия Кныш сейчас будет в нестандартном формате, как бы появится совсем скоро. Да, анонсируя, что далее будет происходить. Настя, говорят, уже висит вверх ногами. Почему, вы узнаете сразу после того, как мы прервемся на небольшую паузу.